Интернет нету. В той же Франции все леса принадлежат той аристократии, а за охоту в них могли наказать по закону. Поэтому французы, например, сильно страдали, не имея профессиональных отрядов лучников. И вот как раз этот изъян долгой профподготовки исправляет арбалет. Казалось бы, это не тот же, но закреплен он на ложе со спусковым механизмом. А в комплекте идут особые стрелы. Болты, которые толще и короче лучных стрел. Отсюда вообще вытекает даже несколько минусов. Время натяжения тетивы. Сама масса арбалета в 4-5 килограмм. Потеря ударной силы, потому что болты короткие сами по себе. Да и цена самого арбалета была далеко не бюджетной. Только вот все это перекрывалось тем, что тебе не нужно было учиться быть метким. Вот многие годы арбалетчика можно было обучить стрельбе за кратчайшие сроки. Особенно мощных мышц спины для этого не требуется, так как в арбалете уже заложен рычаг. По сути, самым дорогим вложением был сам арбалет, а не человек, его державший. И это еще не все плюсы. Хочешь, стреляй лежа, хочешь, сидя, хочешь, на коне. Да, с коня тоже стреляют с арбалета. В общем, на что хватит фантазии или рельефа местности для укрытия. Стрелки с длинными английскими руками 180 сантиметров и арбалетчики парусь с рыцарями. Во-первых, град стрел заставлял спешиться рыцарей, чтобы обезопасить коней. Их оставляли в тылу, поэтому приходилось тащиться до вражеских лучников километр или полтора, часто через высокую траву, кустарники, и только затем сражаться практически истощенным. Вот сколько, честно, сколько я рада. Войска, делавшие ставку на лучников, часто занимали позиции на возвышенность, что логично. Получается, рыцарям еще и в гору нужно было тащиться, неся на себе 30-40 килограмм из брони. А сегодня я вижу, отдельная рубрика, где я рассказываю все, что произошло на рынке, какие активности можно поделать, где уже можно забрать свой арбалет, где будут только на самом деле.
Здесь обязательно и помочь о том, как сейчас плохо выглядит рынок, и что все полетело в пропасть. Но кроме этого, что отличает мою рубрику, как мне кажется, от остальных видео на YouTube, здесь я не только плачу, не рассказываю о том, как ужасно вышел мой эфир, дикий сын, как ужасно. Как... А в таком положении они становились еще более ужасными. И тут можно сказать, ну как так, разве стрела или волк могут пробить полностью латный доспех? Стрела явно не пробьет такой металл. К тому же он специально делался обтекаемым, чтобы отскакивать, соскальзывать с ним и так далее. Плюс это нужно было, чтобы было пространство между телом и самим доспехом. Но это помогало избежать ударной силы стрел. Однако фишка в том, что рыцари на протяжении тысячелетия бывали разные. И с 8 по 13 век латные доспехи на самом деле были редкостью. Кстати, как и кольчуга, в общем-то. Например, в государстве Мировингов хорошая кольчуга стоила аж 12 коров. И арбалетный болт как раз уже мог пробить кольчугу. Добавьте сюда еще один такой интересный факт. Тем же англичанам лишь на одну военную кампанию могло понадобиться 400-800 тысяч стрел и болтов. Для рыцарей град стрел представлял действительно ужасающее зрелище. Какой-то из этих сотен тысяч явно найдет. Всех этих плюсов дело зашло так далеко, что в средневековой Европе арбалетчики и лучники стали чуть ли не отдельной кастой. То есть вообще не пехота. Пехота копает рвы, отхожие места, стоит в карауле, готовит осаду города и так далее. А эти нет. И вот вам конкретный пример. Посмотрите на эту карту. Это Италия. Вернее, раздробленные торговые итальянские города республики. Блин, очень интересно, как оно салатчарное, например, что оно будет, но оно, наверное, побрее дизайна. Дай на четверку, не знаю, застой. Или, блин, жунского разума. Жунского разума, если жунского разума, жунского разума. Ренжи атқан жоқ мұндай дос, просто шықтықта жоқ. Бәрі жеке өйтейді. Бәрі жөзі ренжи атқан жоқ. Шықтықта жоқ. Да ничего, охрена, ну ничего не случилось. Тяги нет, просто если.
На то время. И у них есть деньги от торговли на Средиземном море. Богатенькие ребятки. Поэтому они могут позволить себе создавать и вооружать профессиональные войска. Они обучают сначала дедушку, потом отца, потом сына лучника. И вот так вот с нуля начало обучение Генуэзская республика. И генуэзские арбалетчики, которые битвы за господство на Средиземном море, разбили сначала Бизанскую республику, а потом и венецианцев. Они были настолько успешны, что власти Генуи стали сдавать своих арбалетчиков в аренду за арбалетчиков. Часто ли вообще правительства сдают свои регулярные армии за денежки куда-то еще? Если быть еще более конкретным, в 1247 году император Священной Римской империи Фридрих II осаждает другой итальянский город – Парму. Но всего 600 арбалетчиков решают совершить вылазку в лагерь противника. И настолько успешно, что им удалось заставить бежать самого Фридриха. Судя по всему, осаждающих было в 2.5 раза больше – около 1500 человек. Они даже заявили императорскую корону в качестве трофея. Давай! Давай!
Ватерлоо, а судьба огромного средневекового государства, такого как Франция, висела на ниточке. И самое главное то, что все это развитие луков и арбалетов, хоть и косвенным образом, но помогло европейцам завоевать весь мир. Создать арбалетчиков, ну, либо купить их в Генуе, мог любой король. Железная руда, из-за которых это все делалось, была по всей Европе. Да и простой люд в лице ремесленников не был обделен фантазией, потому что в такой гонке средневековых технологий они старались улучшать оружие как можно быстрее, чтобы получить все новые заказы. Производить арбалеты могли все, значит, в Европе не выбивался вперед никто. Поэтому, в свою очередь, все страны продолжали гонку вооружений в поисках своей имбы. Однако на Востоке же главенство занимала, как правило, какая-то одна страна. Это, соответственно, касалось и монополии на оружие. А когда у тебя монополия, развитие несколько останавливается. Так, в какой-то момент богатые страны Востока начинают стагнировать, а вот конкурентная Европа выбивается вперед и добивается технологического преимущества, из-за чего и захватит множество колоний. А знаете, что еще никогда не стагнировало? За активность на этом канале. Огромное спасибо. И отдельная благодарность подписчикам на Boosty. Благодаря им я могу выпускать контент более регулярно. Огромное, душечное им спасибо. В общем, вы уже догадались, что будет дальше. В той же битве при Крессе английский король использовал новое оружие, от последствий которого будут сходить с ума уже не верхушка католической церкви, а медики. Ведь оно привело к невиданному количеству ампутаций, заражений и страданий от осколков костей и не только. Речь про огнестрел и артиллерию в частности. Несмотря на то, что первые примитивные пушки в битве при Крессе выглядели вот так, неизвестно, какой эффект они произвели. Но спустя время начали как страха и ненависти они не вызывали. Вот, например, что писал уже позднее французский хирург Амбуаз Паре. Артиллерию изобрел один немец из низкого сословия, рожденный на беду погибель рода русского. Изобретатель этой дьявольской машины немец из Фрайбурга по имени Константин Анск. Монах, философ и алхимик, недостоин никакой памяти из-за беды, которую он нам принес. Против артиллерии не помогают ни слова, ни песнопения, ни даже каменная стена, хоть бы и 10 футов. Нет мест и времен года, которого от нее спасали. Молния бьет только летом, а артиллерия и летом, и зимой. Я думаю, этого достаточно, чтобы понять, как повлияло на умы людей использование огнестрела. Артиллерийские снаряды могли оторвать ногу или даже голову, нередко просто рикошетом от целой земли. Ведь это были обычные тяжелые металлические ядра. Но даже если вам повезло, то вот эти вот раздробленные переломы почти всегда заканчивались воспалением всего, от кожи до костного мозга. Вообще, если говорить про самое начало, то, конечно, можно вспомнить аж древних греков. До эпохи использования пороха в Европе высказывали идеи применения силы пара для стрельбы. Стимпанк! Леонардо да Винчи, например, описывал в своих записях эту идею, как будто бы воплощенную в жизнь Архимедом. В теории паровые пушки стреляли глиняными ядрами, заполненными зажигательной смесью, похожей на греческий огонь. Нагретый ствол пушки превращал немного воды, примерно 30 грамм, в пар, которого хватало для выстрела. Но, как вы понимаете, по определенным причинам, все это, конечно же, не прижилось. Затем уже открывают порох, примерно в 5 веке в Китае, но не то чтобы сильно им как-то пользуются. Максимум, с чего начинается его использование, это 1232 год, когда монголы осадили китайский город Кайфэн. Тогда китайские защитники использовали огненные копья, оружие, которое метало снаряды с порохом. Судя по всему, это была просто пиротехника на палке, скорее, чем классический огнестрел. И, в общем-то, совсем скоро, уже буквально в следующем веке, ни одна армия Западной Европы не обходилась без артиллерии. Главными производителями тут становятся, как я уже упоминал, немецкие земли, итальянские и французские. Ведь чтобы полноценно развивать артиллерийское оружие, нужно было большое количество ресурсов, а это могли позволить себе только самые богатые. В числе таких входила, кстати, и Османская империя. Так, при осаде Константинополя в 1453-м турки, среди прочего, использовали 32-метровую пушку под названием. На позицию это чудовище доставляло 60 футов.
Ядер этого оружия использовался мрамор, который брали из Антарктиды. Есть мнение, что уже на второй день осады она треснула, а на четвертый или пятый пришла в полную негодность. В любом случае, после осады такой махине требовался ремонт. И история с этой базиликой на самом деле очень типична. Историки так и называют этот период эпохой гигантских бомбар. Это орудия, сделанные в основном порохом при перезарядке было разным. Сложно отмерить одинаковое количество. Прямо.
идеально. Сами пули были разного размера и, как правило, меньше диаметра ствола, из-за чего при выстреле они впились в стену там. Справедливости ради стоит сказать, что более точный огнестрел появился тоже там очень быстро. Например, точные нарезные оружия, чтобы пуля закручивалась в дуле и никуда не скакала, наверняка знаете. Но так же, как и с арбалетами в средние века, это было просто слишком дорого. Вооружить этим прям всех. Это были штучные экземпляры. Да и если посмотреть, как менялись доспехи с появлением в аркебузах, блестяще снаряженная, лучшая в мире рыцарская кавалерия Франции наталкивается на огонь уже не из аркебуз, а из мушкетов. Могу успокоить, обратно вернемся все. Итак, от Парижа до Лондона и обратно, на все 10 дней. Вперед, друзья! Один за всех! Все за одного! Это нечто в полтора раза тяжелее аркебуза. Пуля может достигать 50-60 грамм веса, что в два раза тяжелее, чем... аналогом современного бронежилета, чем-то противопульным впервые. 6 мм или 5 мм этого достаточно против холодного оружия, но не для огнестрела. Как итог, толщину кирасы на груди наращивают до 10-12 мм, то есть в два раза толще. Вес доспеха тяжелого кавалериста теперь доходил до 45-48 кг. Одеть всю армию во что-то подобное было абсолютно безумием. Ведь война — это не только битвы, марш. Так огнестрел, если не окончательно уничтожил доспехи, то точно сделал их необоснованно дорогими, тяжелыми и неудобными для широкого использования. Хотя справедливости ради, тяжелая кавалерия будет существовать вплоть до 18 века. Холодное оружие никуда не делось, сам все еще было противником по плечу. Тем не менее, по сути, следующим шагом для инженеров было придумать многозарядное оружие. Все-таки перезарядка была довольно большой. И уже в 17-18 веке появились первые пулеметы. Конечно, это были не те пулеметы, которые используются в современных конфликтах. Во Франции, например, оружейники создали конструкцию, состоящую из тачки и связанных вместе 40 оружейных стволов. Каждый из них делал по одному выстрелу, но вместе получалось 40, чем не пулемет. А в 1718-м британский юрист Джеймс Бак представил миру свое оружие с барабаном. Оно могло сделать до 8 выстрелов в минуту, но было слишком громоздким и неудобным. Ну или вот побочное ответвление таких разработок – большая стреляющая голова. В конце нее не только шипы, но и оружейные стволы. Каждый из стволов имел крышку, закрывающую завал. Стреляли из этого оружия, зажав его подмышкой и последовательно поднося к стволам горящий фитиль. Не слишком практично, согласен. Но как насчет тогда такого итальянского изобретения? Щит диаметром около полуметра был создан для телохранителей английского короля Генриха VIII. В центре щита было отверстие для мушкета. Правда, не совсем понятно, как его заряжали. Нужно было всегда иметь под рукой источник огня. Литовскими войсками, благодаря пушкам и дульнозарядным ружьям.
Большинство рыцарей ордена было убито или взято в плен. Это первое крупное изменение, которое было вызвано созданием огнестрела. А второе, забавное или печальное, как посмотреть. Создатели пороха, как всегда, даже и не думали, что когда-нибудь их изобретение превратится в разрушительное оружие. Изначально пороха использовали на всевозможных праздниках, и уж точно китайцы не могли бы подумать, что европейцы так продвинутся во всем, что связано с порохом в военной сфере. И благодаря этому завоюют весь мир. И вот эта картина отлично отражает то, о чем я говорю. На заднем фоне американские военные корабли сидят с теми самыми пушками. Технологическим достижением, по сути, до Востока. Когда эти корабли прибыли к берегам Японии, то у самих японцев вопросов не осталось. Открывать ли им свои рынки с Китаем или нет. Да и сам Китай не был полностью завоеван. Оказался под серьезным влиянием тех же колонизаторов. В том же 19 веке англичане вынудили Китай подписать Нанкинский договор, на котором Китай стал Британией Гонконг и открыл несколько портов для торговли. Это стало первым шагом к колонизации Китая со стороны западных держав. Когда португальцы, испанцы, французы, англичане начинали исследовать и завоевывать Африку и Азию, у них, собственно говоря, было собственное пороховое оружие у обороняющихся. Даже в плане эффективности западные и азиатские орудия практически не отличались друг от друга. Но европейцы смогли сделать главное – поставили большие пушки на устойчивые платформы своих кораблей. Так получились, по сути, передвижные крепости, с помощью которых они смогли доминировать на морских путях и побережьях, отвоевав у местных держав контроль над торговлей. Опять же, получается, благодаря пушкам они смогли победить. Ну а на закуску тогда не существовало разделения на военный и коммерческий флот. Любой корабль обладал пушками и очень эффективно мог защищаться от пиратов. Соответственно, западные страны куда лучше торговали, поскольку несли меньше потерь. То есть это я к тому, что, как и в истории с арбалетами, мы видим, что страны Востока, имея огнестрельное оружие, не стремились усовершенствовать его. Ведь у какого-нибудь Китая времен династии Мин не было серьезного соперника по соседству очень долгое время. Поэтому замкнутые в себе китайцы и японцы просто не ставили разработку нового оружия в число задач первостепенной важности. В то же время европейцы, проживая в Азии, постоянно воевали между собой, что было гигантским стимулом для усовершенствования оружия. В итоге это приводило к тому, что каких-то 900 испанских конкистадоров завоевывали империю ацтеков, чья армия насчитывала около 80 тысяч человек. И да, тут сыграло свою роль то, что европейцы завезли болезни, душегубство, выкосившую около трети населения. Были и другие хитрости, когда можно было договориться с ацтеками, чтобы они приносили соседние племена в жертву. Но даже учитывая все это, в конечном счете испанские пушки, кремниевое оружие, арбалеты и стальные доспехи стали решающим фактором в завоевании мира европейцев. Первого прототипа танка не сильно
успешно справились. Но, тем не менее, были этим живым прототипом. Тут вам и вездеходность, и относительная защищенность, и сочетание огневой мощи от сидящих в башне стрелков с ударной силой. Могу еще раз топтать и подвинуть. Я думаю, одну из следующих вещей многие могут вспомнить проект «Танк Леонардо да Винчи», о котором я когда-то уже рассказывал. Опять же, по сути, у итальянца была закрытая повозка, толкаемая самими бойцами. Чуть позднее, в 16 веке, появился такой же проект, но уже крупнее по размерам под названием «Пуля и крепость». Но так же, как и танк да Винчи, крепость осталась нереализованной. Вернулись к идее того, что сегодня называется танк, только к концу 19 века. Ну, потому что в это время появились пулеметы со скоростью в 200, ну, 1000 выстрелов в минуту, а там еще и электропривод быстренько подцепили, и вообще в 3000 ударов в минуту все полетело. Thank you.
я вылезу из окна, и я не буду слышать, что он говорит. Но потом я уже говорю, а что? Сюда, блядь, это там.
Thank you.
Давай! 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 Дав
Oh.
Иди! Иди! Давай! Лови, помоги! О, о, алло. Алло. Слушай. Да-да. Ой, пропадут. Алло. Алло, алло. Садите, садите, Ярослав!
Thank you.